Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня, хоть и с опозданием, но мы немножко повыбиваем союзников. Нам дали новых союзников, союзники, они там как не свадебные, а невесты, хотя здесь и Лумифей, по-моему, и, ну, в принципе, короче, союзники невест, они вот здесь вот в галерее у нас есть фотографии, сейчас мы найдем. Вот они, союзники невест. В принципе, три новых дали. Сейчас мы их попробуем выбить. Посмотрим, как повезет. Так, первый бесплатный, специально берег. Реально по работе сильно сейчас загружен и не успеваю в срок. Поэтому немножко с опозданием. Это аукционно. Я думаю, что мы ударим не меньше сотни. А там посмотрим. Если выбьем три... раньше, то будет три раньше. Если нет, то может еще немножко покрутим. Не понял. А, я не поставил на этот. Ничего бывает. А, опять изменил. Короче, я третий раз по одному бью. Третий раз я туплю. Ну, видно, сказывается усталость от работы. Так, что смотрим? Давайте нового. Да, вот сразу Эричка, да, по-моему? Да, свадебная Эри. Нам осталось выбить двоих, если я не ошибаюсь. Так, давайте. Нет, давайте по 10. Что у нас? Здесь пусто, да? И еще 10. Благо, бесплатных набросал. Ну, немножко камней потратим. Камни есть. Камни не проблема. Это что? Ага. Это тоже. Значит, уже двоих получили. Еще нам нужно, если я не ошибаюсь, один доступен новый сейчас. Все? Закончили на этом, что ли? Три. Это, по-моему, три доступных, больше нет. Троих. Мы всех троих выбили. Вот. По... здесь вот три, да? То есть, соответственно, их... так. Та-та-та-та-так. Ну, здесь, по-моему, три больше не должно быть. Ну, давайте еще ударим. Камни не жалко. Давайте еще ударим раза два за камни. Может, три. Чисто посмотреть. А вот прет что-то. Прет. Ну, пятерочка будет. Повторочка. Давайте еще. Еще пятерочка будет, повторочка. Ну что-то в этот... а, нет. Стоп. А это что вообще? А, я понял. Да, любви эти были. Сейчас еще одного. Еще разок и все. И посмотрим потом этих новых троих. В принципе, повезло. В этот раз выбили раньше, чем сотку. Посмотрим сейчас, что они там себя представляют. Так, невеста Лумифей. Минфе, Луминфе. Наверное, мы не все о нем знаем, если он невеста. А он, между прочим, пятизвездочный. Да? Нет, шести. А что со скиллами? А, все нормально. Так, значит, урон, наносимый дружеским целям на поле, уменьшается. Продолжительность 5 секунд. В то же время он вызывает меч рыцаря. Короче, он уменьшает урон по союзникам на 6%, когда выходит, на 5 секунд. А также на 2 секунды дизейблит противника. А, 2-секундная задержка, продолжительность 1,5 секунды. Так, здесь что? Восстанавливает ХП, ульта, сокращение перезарядки, сокращение перезарядки. О, есть у нас 4-й скилл. Значит, что у нас здесь? Ослабление врагов, эффект длится по 1,5 секунды. Эффект снижения урона на союзных целях в пределах... фига себе. Первый скилл, когда выходит, то союзники получают минус 20% входящего. Короче, он кастует какой-то купол, типа территории. И в этой территории на всех союзников минус 20% входящего. Это если его полностью выкачать на максималку. Ну, это реально круто получается. Это реально круто, очень даже. Так, смотрим, что у нас еще здесь. Эрия невесточка. Невесточка, да.
Так, восстановить жизни игрока. А, она хилит. Первым скиллом она своим хилит. Это, в принципе, неплохо. Ульт, а у нее Икс такой же, как и был. А Экза получает пассивка, у нее дает ХП. Здесь что? Усиление исцеления плюс 60%. Также урон 12%. Урон минус 12% на 6 секунд. А эффект увеличения объема исцеления повышается до 100%. Длительно объем исцеления превращается в щит. Короче, это реально крутая карта для дефа, для танка или для хила. Реально крутая. Почему? Потому что она, во-первых, вас хилит. Во-вторых, дает щит, еще и увеличивает пассивно ваше ХП. Ну, реально, я считаю, must have. Даже можно в основу ставить. Для того, кому нужно, типа, долго жить. Это какие-то танки, хилы, которые дизейблят. Ну, то есть, вот такие. Не ДД. ДД она не нужна. Ну, в основе. Ну, типа, в мейн-карте. Можно как пассив, но в мейн, типа, точно нет. Так, что у нас еще есть? Пятизвездочка у нас была здесь. Вот такая вот пятизвездочка. Что у нас здесь? Физического урона снижает, ну, типа ни о чем. Снижает чуть-чуть деф, но и дает плюшку и снижает немножко дефа. Не, фигня. Я хочу Эричку прокачать. Посмотреть, сколько будет давать. Давайте прокачаем чуть-чуть. Сколько хил увеличится с прокачкой? Не, не увеличится. Это, наверное, прорыв надо делать, да? А, нет, увеличивается. 23. Давайте вот так немножко. На 60 уровне 101. Ну, это, в принципе, нормально. Ее, в принципе, раскачать. Ну, мы сейчас пораскачаем. Давайте, мы не жад. Это время, конечно, займет. Раскачка. Ну ничего, чуть-чуть там покачает. Плюс еще можно вещами накинуть. Накинется, ну это будет нормально. То есть там при хорошем левеле будет хороший хил, мне кажется. Сейчас мы ее проапгрейдим. Чисто интересно. Вот. Она, правда, нам не нужна на этом твине, но вот просто интересно. Так, здесь что у нас? Это будет долго. Так, давай 175. Давай возьмем камни, вытянем. Вот эти вот камни. Мы сейчас еще ее в прорывчик пустим. Не густо. Что мы получили? 294,5 тысячи на хиле. Что? А, ну там такое. И 79 тысяч. Ну вот АЗ, если бы в процентах, было бы круто. Вот если бы тут пассивка была, там, например, плюс 10% КЗ персонажа, вот было бы круто. Но вот плюс 79 тысяч, это типа прям, ну серьезно. Ну типа, ну блин, вообще ни о чем. Вот сюда выкачать, но это нужно четверку и с прорывом. Вот, ну будет давать неплохо. Хил еще добавится, то есть увеличится на 60%, также минус урон на 12%, это круто. Потом еще это ставится в типа в мейн карту, а в дополнительной ставится Лу, который дает минус 20%. И еще ставится Джимми Ген, который дает тоже минус 20% снижения. Это было просто жесть, можно такого танка сейчас запилить, это нечто. В принципе, наверное, это все. Повыбивали, посмотрели. Что у нас можно еще? Можно вещи какие-то добавить. Давайте добавим. А, ну не густо. А что у меня в центре? А, ну здесь на домах пока. Собрано. Чисто на домах. Интересно будет посмотреть на всех. То есть, в принципе, сейчас вот реально сетап получается такой, что для танка, для хила можно поставить Эрию в центр, также ей подкинуть Лу. И потом, если еще дадут каких-то союзников, которые реально зайдут, и собрать весь сетап хиловый какой-то, танковый хиловый, типа с этих невест, то это, блин, реально будет очень круто. В принципе, мне понравилось, мне зашли вот эти последние союзники. Но, опять-таки, кто как считает, для ДД не нужно, а для вот танка хилов, я считаю, нужно. Напишите ваши комментарии, может, я что-то ошибаюсь или чего-то не знаю. Может, подскажете. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.